В очках. Всем привет! И сегодня мы продолжаем наше выживание «Дом на небе». Угу. Ты идешь строить, а я добываю ресурсы, как обычно. Коносый житель, коносый пытий. Саламаса, аламаса, тулахахамаса, попа. Забери, пожалуйста, стекло из печек. Я пока забираю. А ты забрал стекло? Нет, я стекло не забрал, я уголь забрал, чтобы стекло делать потом. А ты забирай стекло, то, что лежит, хорошо? Из двух печек, которые ближе к проходу. Забираешь? О, это уже нормальный большой сосуд. Да, да. Давай, я его убью пока. Пока не трогай. А что ты там закрываешь? Максимчик, забери стекло, иди строить. Не здесь строй, а там. Макс, нам нужно другой дом строить. Да, тебе да, нужен строительный материал потом для того дома, понимаешь? Кстати, Костя. В очках. Да. Все, морковка выпала. А дай ты мне броню. Можешь? Могу. Я забрал броню. Странно, как из него броня выпала. Ой, Максим, я дверь бы закрыл. Ты вот подсовываешься так. Чтобы это... Ух ты, какая броня. Кожаная куртка. Это кожаная куртка, но это же не броня. Что делать? Ну ладно. Она зачарованная. Это знаешь как? Ну? Это гораздо лучше знаешь чего? Посмотри, у тебя человечек вниз смотрит все время. Посмотри, он все время так. Это вниз-вниз. Ты под ноги себе смотришь. Все, Макс, это... Это знаешь, это зачарованная. Это уже лучше, чем железная. Это лучше. Это зачарованная кожаная. Это зачарованная. А если была железная зачарованная, то это уже золотое. А если золотой, то это было лучше алмазно. А если алмазный, то зачарованный на третий уровень, то это строить дом. Превосходно. Я пойду еще поищу ресурс. Закроешь дверь? Да, я сейчас иду, закрываю дверь. Это еще грязи. Я пойду докапывать. Я думаю. Сок. Где найду еще? Вот. Что-то там хлюпнулся. Да как-то тихо. Ты тихо? У меня тихо. Ну хорошо, значит нету ни зомби, никого. Нет, у меня громкость. А, громкость тихая. Ну, поставь погромче, только не на полную. Да, вот и не... Так, вот уже лопата сломалась. Эй, грязь, подбивайся. Есть еще лопата. О. Потом сделаем. Я вечно забываю, что в этом сундуке. А там пусто, так что... Так это как троллинг. Как троллинг. Троллинг? Ну, да. Немножко не троллинг, наверное. Не, вполне троллинг. Троллинг. Троллинг, думаешь? Троллинг. Вполне. А вот тут еще можно снять. Возьму еще вода прямо. Песок. И вот песок можно снять. Хорошо. Как красиво все-таки. А, тебе еще лестница же нужна, я забыл. Сейчас нужно мне еще дрова взять. Есть уголь.
сюда два угля. Теперь сюда. У меня уже 7 месяцев. Было 8, я одну потратил. Так, все, пусть здесь готовится. Мне нужна еще лопата. Лопата. Пойду еще дерево найду. Даже не 7 уже. Наставим ее уже 6. Даже 5. 5. Слышал? Где-то лава. Ну так она нас постоянно плюхает. А я вообще не слышал. Я первый раз. Уголь. Хорошо. Ты у себя там услышал лаву? Угу. Вряд ли там где-то она у тебя. Ребята, в этой серии 100% закончим стоить долг. Нет, не успеем. Нет, успеем. Мне уже... Ты уже до облаков дошел? Почти. Вот еще буквально чуть-чуть. А лестниц тебе хватает? Сколько у тебя лестниц? Три уже. Три лестницы осталось? Да, ну, но это не фиг. Я потом еще складчу. Сейчас мы будем 30 раз мучиться, ложиться спать. Все. Да, сейчас две. Я люблю дерево, буду делать тебе две лестницы. Так, давай сейчас листья порубим, а то что-то смогу здесь вырастить что-то. Может быть, посажу какие-то деревья. Раньше я поднимался, видимо, сюда. А теперь я чуть-чуть больше. Угу. Одна. Есть одно дерево. Одна лестница! Все. И развернусь, я сделаю. Лестница одна. Одна лестница. Так, яблочко упало. Ой. Все, ноль лестницев, ноль. Не лестницев, а лестниц. Лестниц, да. Хорошо. Че хорошо, это наоборот плохо. Ой, я факелы не сделал. А, здесь я уже все добыл. Че? Ну все. Все, теперь я буду все, очень долго тут спускаться. Делать. Сейчас я буду очень долго. Ну давай же. Спускаться будешь долго? И уже закат. Закат уже, да. Ну все, давай я все-таки будем спать. Уже в том доме, уже... Даш. В каком доме? Ну в том, там вот там стрелок еще. Надо бы его. Слушай, у нас один только прибить. Дом. Прибить. Да пусть он там. Пусть он там сидит, он уже луна выходит. Пошли. Ну да, потихоньку. Пошли в дом. Луна на ноль, ноль и ноль, 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 ноль. Пошли в дом. Ребята, у нас новый... Заходи. Цикл реалистичного Майнкрафта, ну и совсем новый. Посмотри фото.
Он очень смешной, предлагаю вам обязательно посмотреть, ребята, и наслаждайтесь да, этим, посмотреть фотки. Фотки. Ну, да, это вот, да, это... там был житель, смотри ты на меня, пап. Угу. Смотри. Ну, я смотрю. Нет, а, ты подожди, в моей мне сейчас фотке. Нужно еще немножко песка взять. Вот, да, вот он вижу. Бегал туда. Туда, и папа сказал, давай мы его учешим. И я начал тоже за ним туда-сюда. Посмотри фотки, очень классные. Да, в конце концов он посмотрел наши фотки, да? Нет, он убежал. Да. Вот тогда начал закат. Он подумал, о, все зомби сейчас горят, но не тут-то было. Начался дождь. Вот просто зимой начался. Пап, и... угу. Стекло уже я все забрал. Забрал стекло? Оттуда? Да. Отлично. Я тебе сейчас новое все буду стекло, делать и ставить буду. Ну, ой. Закроешь дверь? Чтобы ты закрывай. Так. Ты, ты же там стоял. Я бы стукнул тебя там, если бы закрывал. Ты бы стоял возле двери. Я мог тебя стукнуть. Ну что ж, ложимся спать. Сейчас я поставлю. Ты уже лег. Ты уже лег. Отлично. Я сейчас поставлю наши. Тут два угля нужно. О! Опять эти гости, ну? Да. Ладно, ой. Потом доделаем. Так. Куда ты зашел? Ой. Я сейчас. Я вышел. Делаю... Не, заходи назад. Я что-то затупешила. Гости. Я затупешила. Сейчас у меня палки. Да, так же. Ребята, вы видите фотки, да? Вы посмотрите. Это прошлые серии. Короче. Так. Так, у меня 18 лестниц. Я думаю, тебе хватит. Да, это эти фотки. Тогда у меня не было еще такой поклонки. То... Я фоткал такие фотки. А, ты здесь уже проснулся? Тогда я тебе лестницы передаю. Она фотки. Этот фотки. Макс, фотки. Держи лестницы, потом с собой возьмешь. Фотки. Надписи без надписи. Макс, бери лестницы. О, все, пошли я спать, забрал. Пока там ломятся зомби. Да. Ложишься? Давай. Ложись. Я опять. Слушай, я забыл, ничего страшного, мы просто встали в одну сторону. Максим, мы забыли попрощаться с нашими смотрителями. Подписчиками. Слышишь, да, Макс? Точно. Давай попрощаемся и закончим эту серию. Да потом уже пошел. Давай уже наверху там возле печи. Будем записывать. Давай. Потом следующую будем записывать, да. Давай. Где ты? Я в спальне. Где ты? Пока-пока. Я в спальне. Я думал, мы сюда придем. Тут. Ну хорошо, давай с вами тогда закончим. Серию. Давай. Всем пока-пока. Говори. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайки. Да, и ставьте лайки. Всем пока.